благословителей, благоукрасителей, зодчий, жертвователи святого храма сего, вас все здесь стоящие, поющие и молящиеся, и все православных христиан, да повеет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки. Аминь.
сидящими, благоговением и надеждой взираем на Вифлеемскую пещеру, где в глубоких яслях лежит пелена повинный Бог младенец. Воистину, здесь свершилось великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом. Невозможно до конца проникнуть умом в тайну Бога воплощения. Невозможно в полной мере постичь, как же тот, кто является источником жизни для всего существующего, согревается ныне дыханием животных. Создатель Вселенной смиряет себя, принимая образ творения. Сын Божий становится Сыном Человеческим, не исследуй, как это, предупреждает святитель Иоанн Златоуст. Где хочет Бог, там он убеждается в порядке природы. Он восхотел, возмог, изшел и спас. Все повинуется Богу. Сегодня рождается сущий, и сущий становится тем, чем он не был. Будучи Богом, он делается человеком, не переставая быть Богом. Отмечая мироспасительный праздник Рождества Христова, мы размышляем о его неприходящем духовном смысле и ключевом значении для всего человечества. И это верно, но важно осознавать еще и личное измерение, которое имеет для каждого из нас тайна Бога воплощения. Ведь не случайно мы обращаемся в молитву к Господу, называя его своим спасителем. Мы опытно знаем, что человек не способен сам преодолеть себе зло, как бы настойчиво он не старался это сделать. Грех, глубоко поразивший душу и повредивший человеческую природу, невозможно побороть никакими духовными практиками и психологическими тренингами. Лишь Бог способен исцелить и восстановить в первозданной красоте всего человека. Для чего же Господь наш облегся плотью, задается вопросом преподобный Ефрем Сирин и отвечает, для того, чтобы сама плоть вкусила радость победы, и чтобы исполнилась и познала дары благодати, дабы люди, как бы на крыльях, возносились к нему и в нем одном находили успокоение. Воплощение Христова освобождает от рабства греху и открывает путь к спасению. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в меня, не оставался во тьме, свидетельствует Господь. Подобно яркой Вифлеемской звезде, приведшей к Богу младенца Иисусу восточных мудрецов из далеких стран, мы, христиане, будучи истинными сынами и дочерями света, призваны освещать этот мир светом веры, дабы окружающие, видя пример нашей стойкости и мужества, долготерпения и духовного благородства, великодушия и лицемерной любви к ближним, прославили Бога в день посещения. Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сухую душу доброделания. Многие из наших братьев и сестер из-за вредоносного болезни лишены ныне возможности посещать храм. Вознесем о них прошение милосердному Творцу, дабы он обновил душевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление и не спасал свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизнь. Будем помнить, что никакие проблемы не способны сломить дух человека, если он сохраняет живую веру и во всем полагается на Бога. А потому без ропота приемлем и постигшие нас испытания, и баще на него надеетесь и будем. Будет нам во освящение, яко с нами Бог. Как воспевает в эти святые рождественские дни Церкви Христова, будем молиться, чтобы глубокую пещеру нашей жизни озарил нетленный свет Божества, чтобы наше сокрушенное и смиренное сердце, как и Вифлеемский ясель, благоговением восприняло пришедшего в мир Спасителя.
И тесно Богу в сердце человека, если оно исполнено любви. Делатель любви будет сожителем ангелов, и со Христом воцарится. Свидетельствует преподобный Ефрем Силен. Пусть святые дни праздника станут для нас особым временем для совершения добрых дел. Используем эту благодатную возможность и прославим родственников Иисуса Христа, явив милосердие к ближним, оказав помощь нуждающимся, утешив скорбящих и, может быть, в первую очередь тех, кто страдает от коронавирусной инфекции или ее последствий. Да просветит Господь светом познания своего народа, земли, да благословит их миром и да поможет всем нам осознать общую ответственность за настоящее и будущее планеты. Да не спошлет родившийся Богом младенец любовь и согласие в нашей семье, да оградит молодежь нашу, да и всех нас от грехов и опасных ошибок. Еще раз сердечно поздравляю вас, мои дорогие, со святозарным праздником Рождества Христова и желаю всем крепкого здоровья, неосмутевающей радости и щедрой помощи от Бога, света истинного, и же просвещает всякого человека,